Всем-всем-всем привет! Мы продолжаем играть Genshin. Будем сегодня не даже проходить... Какого? О, блин! Не сюжетку, не побочку, а дополнительные задания, которые бы нам дали в конце прошлой серии. Ну, это тут, где мы уточек кормили. Устраиваемся поудобнее, берем всякие вкусняшечки, двери и окна на засов, чтоб никто ничто не отвлекал от просмотра данного видео. Всем вам желаю приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И не забывайте подписаться на канал и рекомендовать друзьям. Ну, мы погнали, поехали. Что-то у меня, блин, телефон, экран загрязнился. Ах. Так, мы здесь все восстановили. Что у нас? Где эти задания? Задание поручение это называется. Оно еще у нас выскочило вот здесь. Поручение. Нам одно мы выполнили. Еще три надо будет выполнить. И тогда мы пойдем и отнесем. Когда мы все четыре выполним. А что поваренок на охоте? Пайман что-то от меня хочет. Задание мир. Печать кладбища. О, тут задание мира. А вот тут как раз поговорить с Катериной после того, как завершили 4 ежедневных поручения. У Катерины из гильдии Искателей Приключений есть для вас новое поручение. Ну, хорошо. Ну, я так понимаю, это у нас первая часть будет с поручениями. Ну, с какого начнем? Ну, вот давайте, наверное... Что тут? Прям по порядку. Большой ледниковый кризис. За городом появилась группа криослаймов. Немедленно разберитесь с этой угрозой. Электроатаки могут творить чудеса. О! Электроатаки. То есть нам прям явно намекают, что нам нужна Лиза. Да? Поймали? Поймали. Отлично. Мясо! Мясо, курицы. Где вы? Где вы? Я ж вроде вас ближе видел. Где птица? Мясо птицы, где? Стойте, вот они. Только не улетай. Только не улетай. А я хочу погромче сделать. А что? Так далеко? Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Это мне куда надо? Блин, а у меня здесь ничего нету. Никаких точек, ничего нету. Давай вот эту отслеживать. Это нам прям очень далеко идти. Почему я не могу понять не это? Она не открылась, карта. Почему она не открывается? Почему она затемненная, друзья? Карта большая. Реально, походу, огромнейшая карта. Но почему я ее не могу открыть? Из-за чего? Не понимаю. Ладно. А что, нам, получается, по прямой надо? Эх, опять полезли мы. Ах, улетел. Улетел, улетел, улетел. Почему она переключилась? Мне интересно. Чего это она переключилась вдруг? Так резко. Ладно. Раз нам по прямой... Но получается, здесь мы уже не были с вами. Да, здесь мы уже с вами не были. И я вообще не в ту сторону иду. Да зараза. А, кабан. Все, успокойся, успокойся. Мы мясо взяли. А что это там горит? Неизвестно, неизвестно. Еще и туда нам надо. Блин, интересно.
О! Вот мы сейчас вот туда. Вообще и в домик бы я сейчас бы сходил бы. Так, мы до домика сейчас дойдем. Стойте. Я понимаю, что ты мокрый. Поплыли. Точка телепортации. Я такой в первый раз вижу, чтобы они так отдельно, на отдельном островке росли. Вот я вот туда хочу, да, друзья. Раз мы здесь на новой территории, я вроде здесь как никогда и не был. Побежали. Давай, давай, плыви, плыви. Как здесь много всего. Цветочков я имею в виду. Грех не подсобирать. Грех не подсобирать. Куда она исчезла, зараза? Убежала от меня синяя лягушка. Блин, а я ее так хотел поймать. Сейчас мы туда пойдем, подожди. Самое интересное, что в домике кто-то есть. Так, соберем все ягоды. В домике кто-то есть. Так, здесь можно что-то исследовать. Редис и помидор. О, кстати, помидор у нас, по-моему, не было. Да, помидора не было. Где он у нас? А он как ингредиент, наверное. Угу. Ярко-красный плод, немножко кислый на вкус. До сих пор не угасают споры на тему фрукт или овощ это. Ну, особое здесь... Во, еще что-то тут можно исследовать. Пшеница. Сейчас записку почитаем. Капуста. Временно закрыто. Выпиваю в городе. Хозяин. Похоже, что все манштати любят выпить. Ну, похоже на то. Похоже на то. И за домом тут ничего нету толкового. Ладно, побежали дальше. Я прям еще что-то вижу впереди. Даже если это впереди. Вот он. А это испытание какое-то. Какой сундук за 30 секунд открыть? Не, а не успею. Успели. Обалдеть. Успели. А где эти чудики? И сразу эти чудики исчезли. Ну и классно. А мне аж куда-то туда надо. Стоп, Эмбер. Так, что-то там должно быть. Яблоко, яблоко и сырое мясо. Отлично. Яблоко, яблоко и еще одно яблоко. Дай мне еще одно яблоко, а? Ну да, я еще одно яблоко заберу. Все, теперь можно спрыгивать. Так, побежали. Куда ты меня ведешь? Ты мне прям напрямик ведешь.
Ой, какая музычка классная. Обалдеть. Дождь пошел. Так, а вот это можно как-то активировать? Это вообще ворота. Ладно, побежали по прямой. Так, соберем все ягодки. Что там происходит? Обычный обломок железа. Но мне не сюда. Спрыгни. Не сюда. Мне куда-то по прямой. Он мне прям по прямой показ. Надо бежать. Ну, побежали по прямой. Так, а там какой-то храм идет. Мне что ли туда, что ли? Угу, может быть, Эмбер как раз. Нет. Давайте посмотрим. О, я теперь-то могу забрать туманный цветок. Замечательно. Что это значит? Что он дает нам? Цветок, скованный в вечном льду. Даже будучи сорванным, этот цветок испускает холод. А у нас еще вот такой цветок есть, пылающий ярким огнем цветок. Даже будучи потушенным, он все равно продолжает испускать тепло. Все это круто, но я не понимаю, куда мне вообще. Он мне куда-то туда вообще показывает. А здесь у нас что? Вообще, вот здесь вот мне нужно статую активировать. Может, после этого я открою территорию? Вот она, статуя как раз. Давай, быстрее. Ага, я ее не смогу, пока его не убью. Похоже, на эту статую Архонта влияет монстр неподалеку. Да подожди, Паймон. Уходи! Так, надо уходить. В этом случае, я думаю, что нам Лиза поможет. Что такое? Мы его победили? Серьезно? А где с него лут? Этот мир открыт для тех, чье сердце исполнено благородством. На горе ревущих ветров. О, отлично. Вот и отлично теперь. Все. Подождите, я хочу еще раз посмотреть, что я там не понял. Подождите, что я... Я что-то увидел и не понял, что я увидел. Благословение статуи. Доступно ХП 14 из 15 тысяч. Странно. Ну и ладно. Все, ну и ладно. Нам нужно вот этих всех шести монстров добить. Все-таки. Да прыгай.
Сколько у нас времени? Мы 15 минут потратим только, чтобы сюда добраться, по факту. Но не кажется ли мне притормаживать, реально? Окей, я. Ну иди сюда. Куда ты ушел? Блин, куда он меня ведет? Куда ты меня ведешь? Вот он мне куда ведет. И все упало, а? Пипец. Так, забери редис. Он нам пригодится. Картофель. Где еще редис видел? О, вот он. Ну, извините. Кто его тут садил? Я чуть-чуть подлутался. Ну, простите, пожалуйста. Ну, простите. А вот туда повыше мы можем забраться? Гриб. Гриб забрали. Эх, да ладно, побежали дальше. А то мы эти задания не выполним. Большой ледниковый кризис. Реально большой. Давайте мы Лизу выберем. Блин, блин, блинский. Ты, я тебя сейчас добью. Какой-то иммунитет. Все, все. Поручение выполнено. Отлично. Соберем весь лут. Здесь у нас что тоже. Так, забрали, забрали. Отлично. Так, а теперь, вот я сейчас подлутаюсь чуть-чуть, подлутаемся ягодками, и смотрим, следующее у нас рядышком тут задание идет, она вот она, я где, где я, где я где? Нет, я не здесь, блин, где я? Вот он я. Это мне аж вот туда идти. Отслеживать. Как он называется? Распространяя зло.
Распространяет зло, маг бездны проводит злые ритуалы над хиличурлами. Немедленно разберитесь с этой угрозой. Ну, пойдемте туда. Вот где я сейчас нахожусь, мне нужно еще кое-что активировать. Точки телепортации, в принципе, можно активировать. Ну, погнали. Вот тут будет точка телепортации, как раз вдоль конца озера. Что мне вообще туда ведет, я не знаю. А как это оттуда доплыву? Да никак. Не, до острова я не доплыву. Откроем карту. Да, вот где-то она вот здесь будет точка телепортации сейчас. Поэтому побежали к ней. Где-то она будет... Грибочек. Гриб. Чтоб шашлычок нам сделать с грибочками. Ладно, сахарок я оставлю. Так, этих надо насобирать. Бабочек. Да, две забрал. Стойте, где точка телепортации? Нет. Вот она. Блин. Ну погнали с ними лупиться. Эмбер. Нет, подождите. А, нам нужна Эмбер. Нам нужна Эмбер в этом случае сейчас. Да, сейчас я к ней подойду, к этой точке. Ты взорвалась? Забираем. Туманный цветок. Где я это еще наберу? Вот скажите мне. Как не здесь. Когда я сюда еще вообще приду? Вон там сундук есть. Мы сейчас к нему пойдем. Так, все, забрать. И дух. Во-первых, точку телепортации активирую. Отлично. Где? Куда дух пошел? Куда ты полетел, дух? Я иду за тобой. Да, я здесь. А сундук я открыть не могу, потому что там слишком много их надо найти. Ой-ой-ой-ой-ой. Так-то я и там не смог сундук-то открыть. Ладно, пойдемте вот этих монстров побьем. Че это они тут делают? А? Че это вы тут делаете? Ух ты! Да, сейчас я подлутаюсь, подождите. Кэя в этом плане лучше. Все.
Рыбку не, рыбку нельзя поймать. Жаль. Я надеюсь, здесь рыбалка тоже будет. Мы же с вами, друзья, любим рыбачить. Так, вот это я все подзаберу. Ну а как же? Оружие ж надо будет потом прокачивать. Новое. Пойдемте посмотрим. Открылся ли сундук? Ух ты! Нет, сундук не открылся. Но мне вот сюда как-то надо допрыгать. Интересно. О-о-о-о! Ощутимо. Подождите, что это, рыба? Серьезно? Свежее филе рыбы. Из него можно приготовить сытное блюдо. О как! А запрыгнуть я не могу туда. Так, мне другое интересно. Он там находится. Блин, ски. Да, тяжело, друзья, мне здесь вот этим прыганием заниматься. Все, пошли, да, погнали. Да, я здесь, погнали. Да, я тут. А вот он третий. Все, ты сел? Замечательно. И вот он еще один. Стой! Отлично, давайте роскошный сундук. Какая-то маска богатая выскочила. А у меня и так 4 звезды меч. Круто. Боевая, наверное, маска небогатая. А у меня меч 4 звезды. Я уже и забыл, вы представляете? Да, 4 звезды. А улучшить я уже его не могу. Он мне 20 уровня, да. Да. Все. Ну, блин, это круто было. Погнали теперь. Точку телепортации мы активировали. Теперь нам нужно идти на выполнение задания. Да на него еще сколько пахать. Ни хрена ж себе. Ну давайте как цивильные зайдем через ворота. А он ничего сделать не может, его в угол загнал. Ай, все-таки выбрался из угла, зараза. Да где ж ты? Погнали дальше. Не так уж это все и сложно было. Что ты мне вверх показываешь, надо подниматься? Зачем? Зачем вверх? Я здесь пройду. Так, по карте что? Есть здесь ли какие-то... Что это такое? Неизвестно. Что это такое? Так.
сад Сесилии. Цветы Сесилии, которые сейчас растут только на высокогорных склонах, раньше цвели в местных оранжереях. Древняя цивилизация, которая наслаждалась ароматом этих прекрасных цветов, исчезла вместе с прекрасными растениями. Грустная история. Да, мне придется... Не успел. Я слишком... Бежал. Сильно. Все забрал? Эй, хиличурлы! Идите сюда. Идите сюда, мои дорогие. Ух ты, вас тут сколько, а? Так вы еще и жирненькие, я вам скажу. Ой-ой-ой-ой. Так у них здесь еще и сундук. Эмбер, эмбер. Блин. Теперь я понимаю, почему я это не могу сделать. Как у меня сильно интернет просел. Как я вообще что-то тут могу сделать? Нет, приготовить не хочу. Я хочу сундук забрать. Да отстань с готовкой. Так. Здесь у нас ничего нету. Он мне тупо наверх показывает лезть. Я заберусь на этот верх. Ну, вообще, вот сюда взобрался. А что здесь такое? А как мне его? Не знаю, как его. Ай, он меня током бьет. Он меня током бьет. Залазь вверх. А я не могу, да? Не, не могу. Так, Кейя, давай-ка. Забираем пылающий цветок. Забрали. Где покушать? Где покушать? Шашлычок. А это что-то 26 восстанавливает 26% от максимального ХП. Затем каждые 50 секунд восстанавливает. Да, давайте посмотрим, как это будет действовать. Что вот это за фонарь? Я могу с ним взаимодействовать? Нет? Ну это, я так понял, эти напитки в битве хороши. Мне либо туда идти, но мне нужно... Стой, стойте, смотрим. Угу. Он мне показывает туда. А вы услышали, что музычка другая? Совершенно другая. Ой-ой-ой-ой-ой, хиличурлы, хиличурлы. Придется мне с вами побороться. Белый сезон. О, кстати сказать.
Все, добили. Всех добили мы. Всех добили. А где лут от них? Вот он. Редис, который так и не смог забрать. Богатый сундук. Хорошие сундуки идут. Хорошие сундучки. Зачем я это все собираю? Не знаю, друзья. Пригодится. Шишка. Какая музыка классная, а? Опять хиличурвы. А мне вверх надо идти. Эй! А как мне туда взбираться? Значит, я неправильный путь выбрал, друзья. Походу, да. Ну, попробуем вот здесь вот подняться. Что, мне так мало здоровья? Давайте шашлычком. Шашлык хорошая вещь. Эмбер. Блин. Наверное, не достанет. Ну что ж такое, а? Не, достало. Ну ты хоть сейчас не тупи, а? А что, слишком ответственно, я не могу подняться по ней? Ну да. Здесь ничего нету. Я сейчас, получается, обхожу в другую сторону, ухожу. Она где-то вверху. Блин, он не может забраться сюда. Ты прикалываешься? Обломок. Да блин, там высоковато. Там высоковато. Я знаю, я верю в тебя. Давай. Есть. А мне вот туда показывает. Мне вот туда аж надо забраться. Угу, я понял. Вот она где есть. Нам надо отсюда туда подняться. Боже ты мой, боже ты мой. Вы серьезно, лестница здесь? А как? Так. Блин. Ну ты прикалываешься, а, друг?
Блин. Не так. Прыгай. Все, отдыхаем. Тут тяжелее этих монстров найти, чем победить. На самом-то деле. Почему ты медленно не можешь идти? Скажи мне, просто идти медленно. Что это такое? Яйцо. О, ну и хорошо. Так. Мне теперь по вот этой дорожке туда идти вверх. Ужас. Но такого у нас не было. Это прикольно. Все, дорожка заканчивается. Друзья, я не долезу. И он не может зацепиться за гору. Не, а не хватает. Стоп. Да уйди, не прыгай туда. Вот балда. Во балда. Ну куда ты лезешь? Скажи, куда ты лезешь? Хорошо. Да блин! Что здесь сверкает? Бляха-муха. Фух, как же тяжело с тобой. Иногда с тобой так тяжело бывает. Чё это было? Ну, в принципе, я, может быть, сейчас вот здесь вот пролезу. Давай. Чуть-чуть не хватило. Куда тебе черт носит, блин? Но он показывает, что мне еще до этого огромное количество. Вообще, охренеть, какое количество. Блин, ну ты прикалываешься от такого количества. Блин. Забрать. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Они издеваются надо мной. Просто издеваются. Я по другие камни хотел бы добывать. А мне сейчас в любом случае надо вверх подниматься. Где-то это все близко. Где-то это очень близко. Давайте последний. Шибанем. И заберем. А что здесь горит? Кея. Пылающий цветок. Да, мы пришли, мы добрались. Ху-ху-ху-ху-ху, с горем пополам, почти. Цветок сахарок забрали. Ладно. Здесь что у нас? Волчий крюк? Это что такое? Покрытая колючками ягода. Постоянно цепляется за волчью шерсть. Если долго смотреть на эту ягоду, то можно услышать волчий вой. Диковина Манштата. Как-никак. Ты что, мне прямо вот сюда хочешь, чтобы я поднимался?
Я не поднимусь. Так, чуть-чуть осталось. О, поднялись. Давай, 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 чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Так, что это за такое дерево? Пихта. Ничего интересного. Ничего интересного. Подождите-ка. По-моему, это какой-то необычный камень. Обломок железа. Обломок железа. Нет. Это просто свет так упал. Да. Жаль, я думал, что я сейчас еще что-то такое подсобираю. Прыгай. А ключей у нас нету. Активировать. Нету. Нет такого у нас добра. Мы уже близки. Друзья, мы уже близки. Мацутаки. Он показывает куда-то аж туда. Я не понял. Я тебя не понял. Ты мне что, драконил? Зря сюда поднимался. Он где-то там наверху. Мне нужно это все как-то обойти. Или я никак не обойду? Или обойду. Мне вот туда совершенно не нужно. Ягодки. Когда же уже доберусь? Честно сказать, я уже подустал. Стоп. Да нет, трава светяшка, бог с ней. Да что происходит? Что происходит? Что-то где-то мне подвисает, что ли? Да походу. Да вроде телефон не сильно нагревшийся. Господи, что там? Уходим отсюда. Я не хочу сейчас с ними сражаться. У нас и время уже не осталось. Мы слишком долго добирались до то, до сюда, слишком долго. За углом? Да, за углом. Кого? Вот этого надо ухандокивать. Кэя, твой выход. Ну и все, ну и все. Мы дольше с вами добирались до сюда, чем с ними дрались, по факту. Так, поручение выполнено. Забираем лут. Мы сюда с вами, я думаю, еще не раз придем. И с ними будем тут зачищать. Но у нас по времени тоже ничего не остается. Погнали к последнему заданию. Последний у нас вот здесь вот точка телепортации. Телепорт. Храму волка. Блин. Ну что, у нас осталось последнее задание. Победить всех монстров. За городом появилась группа хельчуров с щитами. Немедленно разберитесь с этой угрозой. Пиротаки помогут вам избавиться от деревянных щитов. Блин. Но это для Эмбер цель. Это вот реально уже для Эмбер цель.
Опять мне вверх лезть. Блин, белку бежал. Я только хотел шлепнуть. Мясо белочки поесть. Ладно. Когда-нибудь я мясо белки поем, друзья. Еще и у меня, у основного... Да. Кризис щитов. Погнали. Где они? Ой, да они слабенько уровня. Друзья, привет. Дайте вам подарочек. А ты чё спишь? Эмбер. Да. Взрывайся, ну взрывайся. Да. Все казалось намного легче, чем я думал. Думал, да. Все намного легче казалось. Так, все. Не, мы, по-моему, я еще, по-моему, не весь лут собрал. А что, у них ничего здесь и нету. Ха, прикольно. Нам серп и молот чем-то похожи. Все, значит, нам надо возвращаться домой. А домой нам в Манштадт. Да, точка телепортации. Ух ты, а время-то у меня уже позднее. Ой-ой-ой, реально позднее время. Так, ладно. Тимей, подожди, напомни мне, что ты делаешь? А что он дает? Развитие персонажа. Ладно, мы тогда... Ты пока мне не нужен. Я прям подзабыл, что тебе... Кто там рядышком с тобой? Что она продает? Ты что продаешь? Бланш. Здравствуйте, заходите к нам. Мы продаем только качественный товар за честную цену. Что вы продаете? Выбирайте с умом. Перец, соль, ага. Ага. Перец, соль и все остальное. Замечательно. Прежде чем мы пойдем сдавать поручение, мне все-таки нужно чего-нибудь донаготовить. Сосиска. Но у меня нету из сосисек что-то состояло. Есть у меня что-то, что из сосисек состоит? Да нету. Перец. О! Пойдемте-ка мы перец купим. Давай-ка я у тебя перец куплю, подожди, стой. Ты мне прям знаешь, ты мне сейчас и выручишь. Что вы продаете? Перец мне нужен. Перец. Купить. Да, один. Мне пока больше не надо. Вы прям хорошо устроились. Здесь товары продаете. Там я можно ингредиенты. А тут я могу из них уже и приготовить. И приготовить могу. Не это блюдо. Где я смотрел? Какое блюдо я смотрел с перцем? Вот оно, перец. А я уже готовил. Идеально. Замечательно. Подтвердить. Что я еще могу приготовить? Улучшать шанс критического... Попадание всех членов отряда. Не хочу я это готовить. Вот что я хочу приготовить. Курочку. Она меня, блин, выручала. Очень сильно. Идеально, курочка. Давай-ка мы... Все. Курочка отготовилась. Воскрешает выбранного героя. Яичницу. Я лучше яичницу приготовлю.
Быстрая готовка, 2 штуки. Так. Эстональ 50, от 50 до 150 хп. Неинтересно. Неинтересно. Других рецептов я не знаю. Но тут у меня мясо есть. Подождите, что у меня по инвентарю здесь вообще творится? С едой. 7 штук, 7 яичниц. Ну, знаете, что я скажу? Приготовить. Наверное, все-таки я мясо приготовлю. Воскрешать тоже хорошее дело. Ну, почему бы нет? Супик. Супик у нас вообще что дает? Восстанавливает от 8 до 10% от максимального хп. Восстанавливает 210-300 хп каждые 5 секунд в течение 30 секунд. Блин, ну вот эти вот, это для битвы будут хороши. Реально, для битвы. Подруга подкинула проблем. Ну, мымра. Так. Изучить. Я хотел привезти особенные сувениры. Изучить товары. Заготовка одна северянина. Да у меня даже такой столько нету. Ладненько, 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 пойдем мы отсюда. Я к ней сейчас подойду. Стоп, доска объявлений. Что у тебя на сердце? Сомнения? Проблемы? Хорошие новости? Поделись этим со всеми. Кошкин хвост приготовил эту доску объявлений специально для тебя. Я член гильдии искателей приключений. От Астра Абиссоку к звездам и к бездам. Разве не прекрасный девиз? Почему же мне так не везет? С самого детства я был не такой, как все. Приключения всегда находили меня сами. Хотел я того или нет? Мне даже не нужно было искать. В конечном итоге это стало большой проблемой. Все мои приятели-искатели приключений начали говорить что-то вроде «рядом с тобой слишком опасно» или «эй, то приключение не для меня». А один за другим они стали покидать гильдию. В итоге я остался один на один со старейшинами. Мне это не то, чтобы не нравится, но все делать одному бывает тяжеловато. Ответ Кошкиного хвоста. Почему бы вам не заглянуть в Кошкин хвост на пару бокалов вина? Приключенческие байки тут всегда пользуются большим спросом. Быть может, вам даже даст найти себе напарника для поиска новых приключений. Да, новых приключений. Достижения давайте откроем, подождите. Направляющий ветер. Доведи 10 фей до момента. Это феи. Я думал духи. А это феи. Мастер белый сезон. Ага. Все? Или еще какие-то есть? Вроде больше никаких достижений. Еще есть. Я какой-то чудеса света. Боже ты мой. Ящерица Спок. Получите впоследствии 3 части камень, ножницы, бумага. Не знаю, что это, как это получилось, сейчас что это такое. Ну и тоже неплохо. Это раз. Во-вторых, давайте здесь откроем. Поручения. Я их все выполню. Надо будет сюда зайти. Прежде чем мы пойдем поручение сдавать, я, конечно, еще к нашему другу зайду. Ну и как раз, да, будет уже час. Вагнер, 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 ну что ты так грубо? Я уже тебе сколько раз тут? Уже который раз к тебе прихожу? За одним и тем же. 14, начать. Ну, подождем. Ну и отлично, мы все сделали, 14 штук получили от того, что мы с вами нафармили. И я считаю, это прям очень неплохо. Ну и давайте сдадим свои поручения. Катерина. Катя, Катя, Катерина. Отличная работа, вы для первого раза очень даже неплохо. Заказчики лично просили тебя отблагодарить. Награда ждет тебя, как и было обещано. Награда поручений. Гильдия благодарит тебя за выполненное поручение. Вот твоя награда. Мы с удовольствием примем эту награду.
Славно. Это знак признания гильдии. Мы получаем нужный заказок каждый день, а свободных искателей приключений вечно не хватает. Если будешь выполнять достаточное количество поручений в день, то получишь мне дополнительную награду. Ты можешь отслеживать количество выполненных поручений с помощью лицензии искателя приключений. Но учти, что ты можешь забрать награды только за поручения, выполненные в тот же день. Количество наград ограничено, так что не забывай заходить за ними вовремя. Всего одна награда в день? Прости, но это все, что гильдия может себе позволить. На работу над тем, чтобы искатели приключений получали более достойные награды. Ежедневные поручения также можно выполнять в группах. Вам придется активное сотрудничество между искателями приключений к звездам и к бездам. Получено, отлично. Отлично, осколок лазурита. Что, он материал для повышения персонажа? Вау! Вау! Как мне тебя повысить? Никак. Нужно достигнуть уровня 20 и 15. Так, это есть ранг приключений 15 нужно. Эх, а у меня какой ранг приключений? 13 только. Катеринка. Катя, Катя, Катерина. Поручение. А все? Ну, случайно. По 4 поручения в день, чтобы получить дополнительную награду. Во как. То есть мы можем каждый день... Ну, знаете. К звездам и к бездам добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Награда поручений нет. Ты уже получил награду за сегодня. Подожди. Там есть что-то еще. Подожди. Награда ранга приключений. Все получено. Ну да, все получено. А что ты мне еще можешь рассказать? Напоследок, я сейчас пойду отправлюсь спать. Пока. Пока-пока. Пока. До свидания, искатель приключений. Ну что, надо где-то нам присесть, друзья. А где-ка кафешка-бухаловка? Вот она, кафешка Бухаловка. В смысле, телепорт Манштадт. Мне нужна кафешка Бухаловка. Нет. А, вот внизу. Так, увидел, не увидел. Тимофей, сдрисни. Я хочу в кафешку Бухаловку. Так, вот это я могу забрать? Не могу. Ты с... Вот когда надо по деревьям лазить, ты, бляха-муха, не лазишь. Вот сейчас нигде не надо лазить. Ты лезешь. Блин, я наоборот в другую сторону ухожу. Таверна. Да, я в таверну. Сейчас мы сядем. У нас очень тяжело. У нас прям очень все тяжело. Тяжелый сегодня денек был вообще. Последние дни были очень тяжелые. Чарльз, чего изволите выпить? А что вы посоветуете? Наш фирменный напиток, яблочный сидр, ну все то же самое. Какой вид алкоголя лучше? Ты мне что-нибудь дашь за это? Мы это все с вами, с тобой уже все читали, Чарльз. С тобой мы все проходили. Я хочу устал. Я хочу выпить. Дай мне чего-нибудь выпить. Ну, сдай мне чего-нибудь выпить. Увеличивает силу атаки. Не нужно мне. Увеличивает шанс критического урона. Восстанавливает 26 от ХП. Эх ты ж... Ешь тебе за ногу. Так, а здесь Пэй, Нельсон.
Пойдемте-ка мы на второй этаж. Там потише. На третий этаж не открылась тут дверь? Не, не открылась. Так, хочу забиться куда-то в уголок, чтоб меня никто не уволок. А я вот сюда вот сяду. Да, сесть. Ну и все, друзья, я прибуду отдыхать. И вам советую тоже немножечко отдохнуть. Вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.